Да, такой быстрый голый. Пока приходили в себя, все забыли, хотя и все вроде бы было расставлено, разложено. Одно дело увидеть, посмотреть, а другое дело сделать, поэтому очень много работы, конечно, предстоит. Такой, можно сказать, момент. Сейчас Динамо — это нужно строить самолет, который летит. То есть идет чемпионат, идут игры, что-то искать, наилучшие варианты, исправлять навигацию, ремонтировать приборы, и в то же время он должен лететь и одновременно и смотреть в будущее. Кто? Потому что селекция однозначно должна продолжаться, и видны, которые дыры есть в команде, но не все так просто сделать по селекции, потому что эти игроки уходят хорошие, и равноценных пока мы не можем взять такие. Поэтому определенные сложности есть, и все зависит от того, насколько будет все едино за счет характера. Все будут едины за счет характера выходить из тяжелого положения, только за счет характера. Потому что пока игра будет налажена, то в любом случае это нужно определенный период. За 2-3 недели что-то переделать конструктивно очень сложно. Поэтому все будет зависеть, насколько мы быстро поднимаемся после падения и как дальше играем. И нам нужно, как я уже говорил, каждый играет новый этап, который нужно стараться делать лучше, чем предыдущий. Пожалуйста, вопросы. Березинский, Трибуна.ком, у вас 4 матча без побед. Не жалеете, что ввязались в эту драку посередине сезона, когда у вас не было времени что-то переделать, перестраивать, и сейчас вот такая ситуация получается? Жалеть будем потом. Здесь просто раз дал согласие, значит, нужно работать, а не жалеть о чем-то. И выходить из этого положения. Потому что, видите, есть определенные такие, можно сказать, я даже не знаю. После 0-1 было 2 супер первых момента. То есть Трогородский попадает в ворота, а Черединский попадает в переклады. Орыш с 4 метров не попадает. Да, но, причем, ну, там стандарт был, но то, как, допустим, разыгрывали комбинацию и голов, когда забили, и этот, когда Орыш был, все было логично, не спонтанно, все, логика присутствует, но эта логика, она местами такой подсказки. А чтобы сделать игру с первой до 90 минут, нужно время. Петя. Петр Зайцев, Голубевая, Сергей Владимирович, после сегодняшней игры вы продолжаете верить в схему с тремя центральными защитниками? Ну, с тремя центральными защитниками, опять же, это когда 2 форварда для наших защитников, это что-то требует. Для нас. Если бы у нас были Бангура и Хорич, которого мы хотели взять, но, к сожалению, тогда все зависит от уровня мастерства игроков. Отсюда тренеры. Ведь я, если говорил, что, допустим, у нас не было проблем в Новом Саде, когда мы играли в 3 защитника, за исключением, что проспали дни игры, там, которого не было. Но были проблемы в опорной зоне, не хватало человека. Мы вместе увеличили опорную зону, пошли дырки. Поэтому и
понимаю, что лучше, да, Блинов еще только набирает форму. Определенные проблемы есть. Я помню, там на Стаме не играл, то есть связка это правая, фланговая. Но надо дальше идти. Тяжелый график. Сразу строить Лига Европы, игры с лидерами, то есть все. Но раз связались, в драку надо дальше идти. Здравствуйте, Бенуком. Если же Крумкачи находятся выше вас в турнирной таблице, неужели состав «Динамо» слабее, чем у этих команд? Давайте посмотрим. Всю турнирную таблицу. Пройдите, посмотрите, какие результаты со второго по 14 место. Или там по 13. Одинаково. Все команды плюс-минус 2-3 гола пропустили больше, пропустили меньше, забили больше. То есть уровень усреднился в чемпионате. БТ явный лидер и по результату. А все остальные, выиграешь 3 игры, ты будешь легко, проиграешь, ты вниз. То есть в этом плане, с одной стороны, середняки подтянулись, а ведущие команды немножко слабее. То есть турнир в таблице вся видна. Посмотреть забитое, пропущенное количество побед, количество поражений. То есть это говорит о том, что чемпионат вроде конкурентоспособны стали команды, но уровень пока, поэтому за счет только тренировочного процесса, не однодневно, не недельно, а многомесячно, можно сдвинуть это и пойти дальше. Сергей Владимирович, вы большинство игроков «Шахтера» хорошо знаете, защита такой вообще, наверное, почти вся. Вся ваша, как-то удивил вас соперник сегодня? Нет. В принципе, мы же всех знаем в белорусском чемпионате. И знаем их возможности, знаем, что Старогородский бьет и забивает. И было это все сказано, и было показано, и разжевано. Ну вот, что-то замкнулось не так. Что-то замкнулось. Сергей Мордасевич, пресс-бол, как оцените игру Николич сегодня? Пока первый матч с листа провел только 4 там, тренировки с нами, поэтому видно, что игрок созидающий, можно за счет личного мастерства создать момент. Ясно, что он должен и уверен будет играть лучше. Но вот эти переходы немножко там неделя выпала у него на все процедуры. Пока он, конечно, не в тех кондициях, какие должны быть. Но парень профессионал, работает самостоятельно, то есть выполняет все нагрузочные моменты. Я думаю, что неделю-две будет совсем другой. У вас в тренерском штабе новый человек, который отвечает за соотнесение состояния физического футболистов с положением звезд. Скажите немножко подробнее, что это за человек? Не с положением звезд, просто есть определенные направления, когда мы особенно стараемся это в селекции в первую очередь. Потому что я вот не хочу просто приводить всю статистику, которая уже проведена, это не первый год это ведется, и на примерах тех же команд, и Лестера, и Ростова, и на примере того же Спартака, что не всегда супер игроки, которые могут в других командах хорошо играть. Придут ко двору твоей команды. Поэтому, чтобы допустить как можно меньше ошибок при селекции, нужно определенно
счеты. Которые... Математические? Математика у нас все просчитывает. Как в фильме «Манибол»? Может быть и так. Сегодня после игры на скамейке было собрание, о чем разговаривать с футболистом? Ну, в общем-то, мы всегда проводим после игры определенную деточку, чтобы эмоции эти все-таки направить в правильное русло и идти дальше, подняться, идти дальше, в чем-то, если правильно говоришь. Искать себе, ни в ком другом не искать. Делать выводы, анализ, и такой тоже, игра с лидером. Болельщики сегодня скандировали, что сейчас у «Динамо» нет ни денег, ни духа. Согласны, что динамовский дух куда-то подевался? Ну, когда очень большая текучесть кадров, то в любом случае дух тяжело просочиться, улететь. Поэтому, конечно, создание коллектива – это не сильно дело. Но, к сожалению, сейчас такое. Ну все, в спорте, в футболе конкретно. Все хотят сразу результата, сразу. Независимо от того, наличия каких футболистов имеется в команде и сколько на это времени ушло. А все хотят сразу раз. Это очень сложно. Дмитрий Синяк, «Спортивная панорама». Вы сегодня сказали про селекцию, про дыры, а не поделитесь, на какие позиции ищете футболиста? Нет, но в любом случае, уже сейчас куда искать, сейчас уже некуда искать. Надо уже к зиме делать селекцию, потому что однозначно нам нужны фланговые игроки. Ведь не просто так, мы там, допустим, играем те же три защитника, если бы у нас были хорошие вингеры, которые могут один в один играть. Поэтому нужен нападающий. Нужен так и не пожилой, хороший центральный защитник. Класс, спасибо. Сергей Владимирович, а был ли у вас с командой разговор после произошедшего со случая? Я, честно говоря, такие вещи не приемлю, и если такое у кого-то из футболистов в головах есть, то ничего вообще в футболе заниматься своим любимым делом, еще какие-то гадости делать. Я думаю, что и у ребят тоже, потому что ясно, что я, когда сам футболистом был, всегда, сколько раз помню, игры особенно с динамовскими клубами, «Динамо-Москва» было и в советское время, на грани были несколько сезонов. И когда ты едешь в Москву, и все говорят: о, все, поехали сдавать. Одно общество, то. И только выиграть оставалось. Да, вас закрывали рты и молча. То есть тут очень все легко сказать, что проиграли, сдали. Поэтому один выход надо выигрывать. Все, чтобы не говорили, что сдаем матчи или что-то там договоренные эти матчи. Причем и даже в Минске, по-моему, мы проиграли 0-1. И да, было сверху из Москвы телеграмм: проиграли. Но у нас были бывшие «Динамовцы», Путышев и Курнин сказали: если мы выходим проигрывать, мы уходим с командой.
Мы вышли и играли. Мы проиграли, но мы вышли в коллектив. Потом, может, благодаря тому, что вот этот коллектив принимает решение сам, без руководства, и выходит и делает дело, но не получается, потом, может быть, из этого коллектива и рождается чемпион. Поэтому это, конечно, вещь очень сложная. Если такая гадость в коллективе, то в будущем такой команды нет. А если он наоборот на все это отвечает и объединяется, и работает, несмотря на то, что там, может, приходят и... Потому что, да, люди на этом, к сожалению, зарабатывают. Но здоровый коллектив тем и отличается, что никогда на это не пойдет, потому что подведет в первую очередь партнер, который честно относится к делу. Поэтому зараза приличная. С ней, конечно, надо всем бороться. Но самое главное — это быть честным в своем деле. И честно работать, и выходить на поле, тоже сдаваться полностью. Потому что претензий к самоотдаче нет ни в тренировках, ни в другое дело, что понимание того, что хочется сделать, пока не у нас общего нет. Еще только, можно сказать, притираемся. Потому что разрушать и обороняться намного проще, чем созидать и импровизировать. Помимо исполнителей нужна еще и сыгранность. Всегда любой тренер вам скажет, что для того, чтобы команда сыгралась, для чего подготовиться, чтобы сыграться 14-15 игр. Это не я придумал, это еще и Бесков говорил, это еще и Якушев говорил, Качали. А недавно я совсем узнал, что, оказывается, чтобы дирижеру сыграться с оркестром, тоже нужно 14-15 концертов. Вот непонятно такая вот параллель. Я когда первый раз услышал, как-то сразу у меня так интересно. Хотя, кажется, ну вышел, помахал. Он до конца сезона успеет сыграть. Нет, но вот здесь момент какой, что я не говорю, что вот ждите конца сезона. Но это действительно так. Подготовить период, там играть 10-12 игр, уже 3 игры, это кубок, то и к концу, к началу апреля уже команда имеет какой-то рисунок. Последний вопрос, пожалуйста. Не страшно ли вам перед игрой с Батэ и счастью кредит доверия, несмотря на не самый удачный результат? Но я не хочу себя сравнивать с великими тренерами, когда Фергюсон пришел в Манчестер. Когда он выиграл первый суд? Через 4 года. Гвардиола пришел в Барселону. Первая игра 0-0, вторая игра 0-2. В первом же сезоне сразу куча трофеев. Понимаете? Поэтому, хотя у них будет подготовиться. А здесь вот, я уже говорил, строительство самолета будет. Самолет летит, и надо все, чтобы он не упал. Нужно все быстренько латать, налаживать, чтобы полет продолжался, а потом смотришь. И чтобы летел еще дальше, хорошо летал потом.